Саженцы сирени, обыкновенный Леонид Колесников, Леонид Колесников, сиринга вулгарис, подкупают всех своей пышной кроной и небольшим размером, высота не превышает 4 метров. Растет умеренно, в год не больше 20 сантиметров. Темно-зеленые листочки обильно покрывают ветки, они висят, словно маленькие сердечки на ниточке. Закрытые бутоны окрашены в фиолетовый, местами пурпурный цвет. А распустившиеся цветы, пурпурно-красные, из серединки растут желтые тычинки. Этот сорт по-настоящему достоин внимания каждого, ведь его тонкий и сильный аромат потрясает. Если сирень высадить в плодородную почву на солнечной стороне, то она будет очень быстро расти. Главное, чтобы земля не была кислой и не было застоя влаги. Кустарник используют как поодиночке, так и в садовых группах. При необходимости сирень можно подрезать. Сирень обыкновенная Леонид Колесников – это кустарники высотой 400 см с типом роста, среднерослый, диаметром 350 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов приятный, нежный. Окраска цветка фиолетовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает соцветия до 20 см. Лист растения по форме сердцевидный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленый, осенью листва зеленый. У растения нет шипов. Сирень обыкновенная Леонид Колесников имеет среднелетний срок созревания. Его плоды созревают в месяц июль. Важно, что сирень обыкновенная Леонид Колесников самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.